Доброго времени суток. Сейчас вы видите произведение мейсоновской мануфактуры. Так как сегодня речь пойдет о моей тарелке Мейсона, и она тематическая. Данное авто, вот вы видите сейчас, я не просто так показал, так как эта тарелка изготовлена на эту машину. А в конце видео я дополнительно размещу фотографии современных изделий Мейсона. Там будет за 2018, 2019 и 2020 годы. Статуэтки, фарфоровые картины, тарелки. Все очень красиво и достойно. А сейчас вот о моем экземпляре. Можете посмотреть, специальная фирменная коробка. Да? Мечи сверху, потом вот такая упаковочка, обращаю внимание. Видите, какая шелковая, с тесемочкой по краям. Тоже довольно-таки культурно исполнено, со вкусом. Ну и без излишеств, качественно, все как у немцев обычно. Тарелка, естественно, коллекционная. Была посвящена выпуску Мерседеса модели от 1968 года. Просто данная модель имела несколько модификаций, и одна из модификаций вот отражена на данной тарелке. Все здесь написано, модель. Но мы не будем вам рассказывать ни про лошадиные силы, так как у нас все-таки рассказ про фарфор. Вот обратите внимание на крепеж. Все это не я, скажем так, приклеил, все это уже было, все фирменное. Это я здесь показываю модель, можете прочитать, кому интересно, но я думаю, здесь не столь важно. Вот так все подписано, как положено, оформлено тоже. Вообще у Мейсона, конечно, очень много тематического фарфора. Они всегда привлекали лучших дизайнеров, художников, скульпторов. И какие только темы они не затрагивали. Причем они работают не только в одном каком-то определенном стиле. А если повнимательнее и побольше посмотреть на их изделия, то понимаешь, что границ у них нет. И для подтверждения своих слов в конце я размещу фотографии мейсоновского фарфора, как я и обещал. А так, естественно, у меня не только фарфоровые тарелки, но и фарфоровые панно, картины, как вот сейчас вы видите, есть латунная, тибетская, ведь тоже тематическая, тут какие-то божества, мифологические образы. Так что буду стараться продолжать работать в широких направлениях. А данная тарелка диаметром 19 сантиметров. Да, она имеет свой определенный стиль. Я думаю, она выпущена для знатоков и любителей Мерседесов, естественно, для коллекционеров. И, конечно же, эта вещица в большинстве своем для мужчин. Поэтому для меня это то, что мне и надо. Сейчас, как обещал, размещу фотографии мейсоновских изделий. Хотя, я думаю, называть их изделиями – это оскорбление. Ведь некоторые вещицы у них это просто произведение искусства, на которыми работали и продолжают работать лучшие мастера своего дела. Пожелаю вам приятного просмотра, не болеть, здоровья, любви, верности. Если понравилось видео, ставьте лайки, благодарен буду за репосты. Тогда мы продолжим снимать видео чаще и делать его более качественным. Всего вам доброго, до новых встреч!